Приветствую вас, друзья и коллеги по хобби. Сегодня, как видите, финальная часть по сборке тягача АТТ от фирмы Трумпетер в 35-м масштабе. И у меня как бы такое видео, презентация готовой модели. В конце видео вы можете посмотреть фотографии, там будет более четко, подробно все видно на данной модели. Сначала хочу сразу же заметить, что модель в сборке очень понравилась. Понравился и пластик, и стыкуемость деталей. То есть модель реально подойдет и начинающим моделистам. Соберете без всяких проблем и получите от этого удовольствие. Еще хочу также заметить, друзья, что хотел сделать модель чистой. Как бы стоит она в парке, в боксах, но потом пришла новая химия Oil Brusher. Я, конечно же, захотел ее потестировать. И пришлось делать из данного тягача вот такого вот трудягу. Очень доволен, как получилась модель. Очень понравились мне Oil Brusher. Хочу сразу же вам их тоже порекомендовать. Реально стоящая, хорошая, удобная вещь. Да и сам тягачок сделал сколы. Сделал такие вот подтеки масла в кузове, как будто там перевозили двигателя для танков. Поставил на модель фары Эльф, что придало большей брутальности модели. Ну и в целом так вот подстарил, подшаманил модель и результатом остался доволен. Если вам данная модель понравилась, то набор вы можете приобрести в магазине «Я моделист». Ссылочка будет в описании под видео. На этом, друзья, буду заканчивать данное видео. Оставайтесь и посмотрите фотографии. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки, дизлайки. Это все продвигает наше видео на YouTube. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.